Всем привет! Я вас приветствую на канале Алибаба Алидед. Сегодня, дорогие мои, у нас очередная большая распаковка. Что ж, давайте приступим, не будем тянуть время. Берем первую посылочку. Открываем. И здесь у нас колечко. Цена этого кольца на момент съемки 1 евро 57 центов. Друзья, довольно долго шло это колечко ко мне, уже успела открыть спор, уже успела получить деньги за это кольцо, но все-таки оно ко мне пришло. Очень красивое кольцо, яркие голубые циркони по бокам, также белые циркончики. Все камешки открыты. Померим на пальчик. Это у нас восьмерочка. Да, с учетом, что сейчас лето, размер подошел. Очень милое колечко. Циркони сверкают. Великолепные. Переходим к следующей посылочке. Следующая посылка. Цена того, что внутри, 1 евро 27 центов. Сейчас распакуем. Так. И здесь у нас... Я понимаю, цена 1 евро 27 центов – это за одну коробочку. И здесь у нас, друзья, блеск для губ. Одна расцветочка. Взяла два разных тона. Вот так выглядит коробочка. Так, второй тон. Вот два тона. Это тон номер 3. Попробуем на ручке. Вот такой слегка фиолетовый блеск. Так, блеск ничем не пахнет, совершенно нету никакого запаха. Сейчас попробую нанести на губы. Попробовала на губах. Девчат, нету никакой липкости. Очень хорошо ложится. Мне понравился. Это тон номер 3. Чуть-чуть с фиолетовым оттеночком. И это у нас тон номер 5. На коробочке тоже номер 5. Так, попробуем этот. Также никакого запаха. Да, и придает розоватый блеск. Довольно приятный. Мне блеск понравился. Единственное, девчат, просмотрела все коробочки, нигде не нашла срок годности. Made in China. А срока нигде нет. На флакончиках тоже. Так, емкость флаконов 5 миллиграмм, 5 миллилитров. Вот такой блеск. Переходим к следующей посылочке. Так, и следующее у нас. Здесь два товара. Сейчас распакуем. Так. Плотно сидят. Один и второй.
Так, и это у нас, друзья. Ага, поняла. Это карандаш для бровей. И это у нас тушь. Ну, давайте начнем с карандаша. Цена карандаша на момент съемки 84 цента. Отзывы о карандаше очень хорошие. Так, тут все у нас запаяно. Все хорошо запаковано. Секундочку, сейчас откроем. Ну вот, друзья, сняла пленочки. На карандаше, на упаковочке срок годности я нашла до 2022 года, 8 сентября. На туши была только пленка. Никаких определений нету. Ну, давайте начнем с карандашика. Карандаш двухсторонний. Я взяла коричневый. Одна сторона рисует. Ну, вообще довольно-таки хорошо. Продавец уверяет, что водостойкий, хорошо держится. Отзывы читала хорошие. И вторая сторона для расчесывания бровей. Вот такая щеточка. Что ж, карандашом я довольна. Коричневый цвет номер 3. У продавца есть различных цветов. От черного и другие. Так, и переходим к туши. Очень давно искала, как-то часто пользовалась, но потом пропали тушь синего цвета. Я блондинка, и мне как-то темные тона не очень идут. Вот такая тушь. Почитала отзывы. Отзывы великолепные. И девочки выставляют фотографии. Шикарно выглядят реснички, удлиняет, делает более густыми. Вот такая интересная щеточка. И это у нас голубой цвет. Ну да, на руке я, конечно, не нарисую. Вот такой цвет. Интересно, попробуем. Запаха у туши неприятного никакого нету. Обычный запах. Ну вот очередная покупка. Цена туши на момент съемки 1 евро 38 центов. Вполне доступная цена. И карандаш. Переходим к следующей покупочке. Следующая очередная посылка. Цена этой посылки 1 евро. Так, и это у нас колечко. И, друзья, я понимаю, что это за колечко. Это колечко куплено не на AliExpress, а на сайте Wish. Это первая моя покупка на Wish. Первая, но и последняя, скорее всего. Очень мне не понравилось пользоваться этим сайтом. Цена этого колечка действительно был 1 евро. Когда я стала его оплачивать и даже оплатила, у Виша есть такая функция спайлер или спойлер оплата. Протягиваешь и все, у тебя снимают денежки. Я когда увидела, что у меня сняли почти 5 евро, это оказывается остальная сумма за доставку. И я решила, нет, в магазине Виш, на сайте Виш везде платная доставка. И на любой товар она может быть любая. На более крупный товар там на платье может до 10 евро доходить. Но вот на такой мелкий товар 3-4 евро это обязательно. Но кольцо интересное, центральный камень, этот кубический цирконий, это точно. Так, а вот эти боковые камешки, похоже, просто кристаллики. Камешки закрыты. Сейчас попробую приблизить. Да, тут все закрыто.
циркония единственный центральный камень. Ну, колечко симпатичное. Ну, вот такой первый неприятный опыт покупки на этом сайте. Не знаю, девочки, кто покупает, может, пишите комментарии, как находить там правильно товары. Ну, вот для меня вот такой опыт. Что ж, переходим к следующей посылочке. Так, следующая у нас. Цена этой посылки 1 евро 44 цента. Открываем. А, и тут у нас тональный крем. Тональный крем. Почитала комментарии, очень хорошие были. Я взяла тон 2. Так, сейчас посмотрим на присутствие сроков. Так, девочки, я опять так быстро стараюсь. Не замечаю. Ну что ж, срок не нашла, девчат. Тюбик без коробочки. Так, это у нас второй тон. Ох, наверное, за много. За много. Сейчас сниму. Очень хорошо ложится. Руки сухие сейчас летом. Как вся китайская косметика, она немного осветляет кожу. Нет, но ложится приятно. Запах просто крема, обычного крема, как мы пользуемся дневными. Нет, хороший крем, мне понравился. Его цена 1 евро 44 цента. Емкость 35 миллилитров. Очень хорошо. Так, ну и переходим к последней посылочке. Так, эту посылку я уже разрезала. Тут у нас три товара. По ценам я вам сейчас расскажу. Вот так она пришла запакована. Для латвийских моих девчат-зрительниц посылка пришла по Амниве, что очень удобно. Амнива – это у нас сеть покоматов. И здесь у нас два колечка и браслет. Друзья, познакомилась впервые с этим магазином. Как-то попала на горящих товарах. Зашла, посмотрела. Очень интересные оригинальные украшения. Плюс у продавца всегда есть купон. В принципе, эти три покупки мне вышли по цене одной покупки. Но украшения действительно оригинальные. Первое колечко 8 размер. Ну вот, друзья, первое колечко. Вот так оно оригинально смотрится. Его цена 2 евро 38 центов на момент съемки. Центральный камень, продавец уверяет, кубический цирконий. Но для меня непривычно вот такой дизайн кольца. Камень закрыт вот в этой ставке. Боковые стороны кольца. Светлая сторона – это перламутр. Черная сторона – это эмаль. Ну, вот так колечко смотрится вблизи. Очень аккуратно сделано. Качество отменное. Вот так изнутри. Нет, очень оригинально. Так, второе кольцо. Второе колечко. Также восьмерочка. По бокам эмаль. Центральные камешки циркония. Сделано в виде ремешка. Также посмотрите, насколько все качественно, гладенько. Девочки, ну правда, качество отменное. Удивляют эти товары. Так, ну вот, к сожалению, жарко, пальцы отекшие. В принципе, размер мой.
Вот так смотрится колечко. Очень оригинальное. Ну и переходим к следующему товару. Это у нас браслет. Так. Цена браслета 2 евро 63 цента. Вот такая прелесть. Также продавец пишет, что вставки кубические циркония. Но сияют изумительно. Металл очень качественно сделан. Так, длина браслета... Ой, у меня на этой руке уже надет. Длина браслета 14 плюс 5 сантиметров дополнения. Ну, больше на девичью ручку. Вот у меня уже с дополнением, да? У меня ширина ручки. В основном браслеты 18 беру. Вот. Но молоденькой девочке изумительный браслетик. Очень хорошенькие. Камешки сверкают. Еще раз напоминаю, девочки, прежде чем делать покупку, обратите внимание на купоны. Мне вот эти три товара вышли по цене двух. Так. И я, сделав эту покупку, заказала еще. У меня еще идет одна посылочка из этого магазина. Товары очень приглянулись. Очень рекомендую. Ну вот, мои хорошие, такие товары у нас сегодня были. Немного подведу итог. Последние украшения из последней посылки магазин Лакайр. Изделия просто бомба. Мне они так понравились. Качество великолепное, отменное. Блеск, ну, девчатам, да, молодым девочкам замечательно, очень много блеска придают. Карандаш хороший, тушь голубая, ну, это я испробую уже на ресницах. Тональный крем очень понравился, очень мягкая текстура, очень хорошо ложится, замечательно. Магазин Виш пока разочаровал, я еще толком не знаю, как на нем делать покупки, ну, вот такой... Ну нет, обманом я не назову, наверное, моя невнимательность просто. Покупка за 1 евро, и вроде итога 1 евро, но когда я нажала автоматическую оплату, с меня сняли 4,95, как-то так. Это, ну так не должно быть. Так не должно быть, должно быть какое-то, мне кажется, подтверждение, да, согласны вы оплатить или еще что-то. Вот у меня такой горький опыт с магазином Виш. Ну и вот это колечко с голубыми камешками, с голубыми сердечками. Также великолепная кубические циркония. Очень красивая. Ну что ж, мои хорошие, на этом буду завершать. Кто на наш канал еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Если видео понравилось, конечно же, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Без них тоже никак. Они тоже создают свой своеобразный рейтинг. Пишите обязательно комментарии. Ну а пока, друзья, пока-пока, до новых встреч. Ну и, друзья, постскриптум для тех, кто досмотрел, ну, совсем до конца это видео. Как вы видите по цифре подписчиков, мы уже медленно, конечно, медленно, хотелось бы быстрее, но мы уже потихоньку приближаемся к цифре 3000. И я начала, друзья, готовиться к нашему очередному большому розыгрышу. И я уже приобрела два приза. Это только начала приобретать, так как думаю, еще до 3000 нам далеко. Конечно, все зависит от вас. Но посмотрите, что я купила для призов в магазине Сюпинь. Вот эти две великолепные броши у нас будут на розыгрыше на 3000 подписчиков. Производитель Ксюпин. Брошь дельфины полностью вся усыпана циркониями. И брошь жар-птица с белыми и красными рубиновыми циркончиками на хвостике в цветочках. Тельце жар-птицы окрашена эмалькой зеленой. Вы посмотрите на эту красоту.
Дорогие мои друзья, эту красоту я готовлю для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!